Многоуровневые парковки – удобное решение для мегаполисов. Но насколько они безопасны для людей, последние трагические случаи заставляют задуматься. На этих кадрах видно, что вместо прочного бетонного барьера, способного остановить автомобиль, на парковке установлены лишь металлические заборы и невысокие парапеты. Как нам объяснили эксперты, на примере паркинга галереи, имеющейся там защиты, достаточно. Там есть бетонный парапет, который обезопасит любую машину, которая будет стоять на парковке. И когда кто-то перепутает газ тормозом, сдавая назад, этого парапета вполне достаточно, чтобы удержать этот легкий импульс, который от машины идет. Специалисты утверждают, что такое решение часто продиктовано не только экономией денег, но и особенностями проектирования здания. Строение может не выдержать нагрузку бетонных плит. Иногда бетонные ограждения не способны выдержать такую нагрузку, и в таких случаях нужно использовать особо прочные металлические материалы, чтобы предотвратить такую ситуацию. По словам строителей, установленные на данной парковке ограждения соответствуют всем нормам. Однако вчерашний трагический инцидент заставляет усомниться в таких мерах безопасности. Случай в галерее не первый для Краснодара. Весной 2012 года автомобиль, пробив ограждение, выпал с многоуровневой парковки уже Вишняковского рынка. Но люди внутри машины выжили благодаря пристегнутым ремням безопасности. У иномарки тогда отказали тормоза. На парковках безопасность должна быть на первом месте. И по мнению водителей, пришло время пересмотреть существующие нормы и ввести более жесткие требования к ограждениям, даже если это потребует дополнительных затрат. Ведь человеческая жизнь дороже.